Здравствуйте! В эфире передача «Глаз народа». На остров Кижи ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Мы решили спросить у местных жителей и сотрудников музея, а в чем секрет привлекательности острова? Расскажите, пожалуйста, вот когда и при каких обстоятельствах вы впервые попали на остров? Впервые... Да предложили мне поработать в ожившей экспозиции 6 сезонов назад. Попробовала. Остров меня принял. Ну и вот, уже 6-й сезон здесь работаю. Я был еще маленьким. Лет, наверное, 10. Приезжал в Кижи встречать братьев и сестер. С Петрозаводска они приезжали в Кижи, я на лодке приезжал в Степенец. Совсем первый раз я попал на первом курсе университета, да, студентом. Это был 91-й год. Помните свои эмоции? Да, мне здесь не понравилось. Мне действительно не понравилось. Мне казалось, что памятники оторваны от своей земли, они искусственно натыканы, просто вот натыканы, мне тогда казалось. На остров я попал в возрасте около 3 или 4 лет, вот, потому что моя мама здесь работала. Ну и с тех пор я задержался, и сейчас сам являюсь штатным сотрудником музея, работаю в отделе истории и этнографии. Как вы считаете, почему туристы постоянно сюда возвращаются? Он говорит, что хочется возвращаться снова и снова. В чем секрет? Ну, место красивое очень здесь. Вот тогда залюбуешься, когда погода тихая особенно, и вечером закат, красота очень. Туристы говорят, что у вас здесь настоящее. Вы сохранили именно то, что было раньше в деревне. Они вспоминают, как ездили к бабушке, как был обустроен дом. В принципе, северные дома, они же все одинаково обустроены были. И эта ностальгия с детства, наверное, людей сюда и влечет. Сохраняются какие-то идущие еще со средневековой Руси внутреннее содержание русской культуры. И как-то оно вот... мило глазу, и людям нравится не просто потому, что красиво, а потому, что наше. Это потому, что это остров. Остров. Остров, он сам по себе как-то магически действует. Это не материк. На острове всегда что-то интересное, что-то особенное. Расскажите нам какой-нибудь интересный исторический факт о Кижах. В общем, такая история. Не было названия острова. Вот. А деревни-то на острове были, и церкви стояли красивые. А местные жители проплывали на лодках, смотрели на церкви, удивлялись, им нравилось, говорят, мы хотим такие же. Ну так слово «Кижи» вот и приросло к острову. Ну, наверное, тот факт, который я знаю, все знают, вот в этой церкви Преображенской, там в период царя Петра, там расстреляли бунт крестьян. Ой, я не знаю, извините. Чего не хватает острову, на ваш взгляд? На острове сейчас не хватает порядка. Раньше там работал один архитектор Аполовников, фамилия, так, и 7 плотников. И все у них было. И это делали, и это делали. А сейчас штат под 300 человек. Кто чем занимается, мне совершенно непонятно. А знаете, наверное, не хватает в первую очередь магазина на причале. В том числе и для сотрудников, чтобы можно было необходимые продукты все-таки покупать, а не бегать куда-то в ямку, да, потому что не все живут именно на острове. Ну и, конечно, социального рейса. Всего, наверное, хватает здесь. Кометы ходят, вон теплоходов сколько ходит. Чего не хватает? Все хватает, все хорошо. Часть памятников деревянной архитектуры Карелии и Русского Севера, они не находятся, допустим, в селах, либо села запущены. И мне кажется, что музею не хватает, можно было музей их перевести на территорию музея в окружающие деревни и тем самым сохранить их.